Добрый день, уважаемые абитуриенты. Я надеюсь, в будущем, по крайней мере, некоторые из вас станут нашими студентами. Я заведующий кафедрой общей медицинской физики. Мы готовим специалистов по медицинской физике. Медицинская физика – это уникальная специальность в мире и для нашей страны. Мы единственный вуз, который готовит студентов по этой специальности. Медицинская физика – это область физики, которая занимается развитием методов и изучением применения физических методов для диагностики и лечения заболеваний человека. Речь идет прежде всего об онкологических заболеваниях и о использовании ионизирующего излучения для лечения, для диагностики человека. Медицинский физик – это специалист, который находится рядом с врачом во время диагностики, во время лечения, но, тем не менее, не подменяет функции врача и занимается разработкой способов лечения онкологических заболеваний, проверкой сложного медицинского оборудования, которое использует ионизирующее излучение. Наши специалисты работают в дальнейшем в ведущих онкологических центрах, республиканских, областных центрах, а также в поликлиниках и учреждениях здравоохранения Республики Беларусь. Спасибо за внимание.